Еще раз всем привет. Сегодня нештатное время для наших встреч, потому что после неудачно проведенного эксперимента лекций с факультета, там, как вы, возможно, видели, слышали, фоновый звук нехороший, потому что там машинные залы, они как бы общие. И на самом деле оказалось очень неудобно людям, которые пытаются присутствовать на этих лекциях онлайн, присутствовать на них онлайн. Нужно доделывать площадку. Вот. Ну, короче говоря, поскольку это поздно и не всем удобно, в общем, кончилось тем, что мы решили перенести лекции. Они будут по понедельникам в 10:30. А чтобы не пропускать лекцию на этой неделе, вот мы устроили ее сейчас. И это первое, что я хотел сказать. Второе и более важное. Мне казалось вчера, что я составил прекрасный план лекции, но теперь мне показалось, я подумал, что есть одна тема, которую нужно обязательно раскрыть. Это тема, которая волнует Алексея. А, значит, вот последний комментарий сейчас в чатике. Значит, для начала я расскажу о том, чего у нас не будет в этих лекциях, и с отсутствием чего вам придется смириться, восполнять это отсутствие, или, значит, сдаться, признав победу обстоятельств над вами. Поскольку у нас речь идет о программировании в среде Linux, причем, как вы заметили, я, по-моему, специально это оговаривал, мы ограничимся текстами, инструментами командной строки и консольными не ради того, чтобы, значит, почувствовать себя такими угрюмыми извращенцами, а ради того, чтобы исключить из нашего рассмотрения все действительно сложные инструментарии, освоение которых, ну там, изучение всех кнопочек, менюшек и всего остального занимает многие часы. А нормальный способ использования которых состоит в таком протаптывании тропинок. Да? Вот мы открываем какой-нибудь Eclipse, в нем дохрена всего, дальше мы смотрим на пошаговую инструкцию, там написано, нажмите вон ту кнопку, создайте проект, нажмите сякую кнопку. Я так и сказал, что у нас есть два ограничения, да? Текстовый интерфейс и клип. Вот. Нажмите секую кнопку, пятую, десятую, у вас все получится. Шаг вправо, шаг влево, у вас ничего не получится. Вот от этого я хотел в первую очередь отстать. Но для того, чтобы нам с вами нормально работать в командной строке, нам нужно уметь нормально работать в командной строке. И это мы не будем изучать, с вашего позволения. Значит, у нас был немножко разговор про текстовый интерфейс в прошлый раз. Не помню, говорил ли я, что довольно важная штука в текстовом интерфейсе — это совмещение потока управления с потоком данных, кажется, говорил. Вот. Но если вы вообще совсем в этом деле новичок, то какие-то действия, которые я проделаю вот на демонстрации, будут, ну, у вас слегка, как это сказать, обескураживать своей скоростью и вообще вот этим всем. Значит, первое, что так или иначе нам придется освоить при работе в Linux и чем мы не будем заниматься на лекциях, это более или менее комфортная работа в командной строке. Вот. Какой-то минимум я, кажется, рассказал в прошлый раз. Вот. А, значит, все остальное вам придется дорабатывать самостоятельно. Вообще говоря, мое убеждение, что не так уж это сложно, в том смысле, что какие-то удобные подробности, типа настройки там шелла под себя и вот этого всего, их удобство, оно становится заметно далеко не сразу. Да? Сначала вы боретесь со самим интерфейсом, осваиваете какие-то простые вещи и все остальное. Сразу совет, который, видимо, нас преследует довольно долго, который состоит в том, что если вы пользуетесь каким-то инструментом популярным, и вам с ним резко неудобно, это означает, что вы не освоили каких-то удобных способов его использования. То есть вместо того, чтобы повторять какую-то операцию 100 раз, посмотрите, а нет ли возможности взять и помножить ее на 100. В первую очередь это относится к редактору Vim, если вы, значит, решитесь такое использовать. Это первое, чем мы не будем заниматься на лекциях. Мы не будем прицельно исследовать организацию командного интерфейса. Вот.
Ну, в частности, что такое понятие ключ? В этом самом, в командной строке ключ к команде я буду вскользь упоминать, но растолковывать и изучать виды ключей мы с вами не будем. Второе, чем нам не придется заниматься, потому что это, вообще говоря, целый цикл лекций, это самостоятельной организацией Linux-окружения из ничего, с изучением того, как именно там происходит установка Linux, настройка Linux-системы, добавление пакетов. Хотя добавление пакетов вы вполне возможно увидите в прямом эфире, если мне вдруг понадобится это сделать. И так дальше, и так дальше. Вот это, пожалуй, более важный порог вхождения, который на самом деле не совсем порог, потому что я специально сделал вот этот сервер Linux Practicum и специально сделал целую лекцию про Secure Shell и Git, чтобы те из вас, кто не хочет или не имеет возможности, или опасается, так сказать, непредвиденных последствий, не хочет администрировать, сопровождать свой собственный маленький Linux в коробочке, вот, или не в коробочке. Вот. В общем, все, кому не хочется заниматься администрированием Linux, могут получить ключик на этом самом сервере, в виртуалочке в нашей, и там все вместе работать, друг другу не мешать. Вот. Если кто-то будет друг другу мешать, ну, посмотрим. Вот. В любом случае, эта виртуалочка съедает что-то примерно восьмую часть ресурсов того компьютера, на котором крутится, поэтому совсем убить вы можете только, помешать вы можете только друг другу. Такие дела. Вот. У нас сегодня будет совсем чуть-чуть разговора про то, какими базовыми понятиями нужно обладать, чтобы пониманием, чтобы более-менее комфортно себе обеспечивать вот, как, рабочее окружение, но прицельно заниматься мы этим не будем от слова совсем. Да, и третье, чем мы будем заниматься очень опосредованно, не непосредственно. Это примерно тем, чем у нас занимаются студенты на втором курсе, в третьем семестре, значит, ну, третьем, в смысле, первый, второй, третий, да, осенью второго курса, это то, что называется операционные системы. Мы не будем дотошно изучать, как устроен, скажем, формат там объектного файла, что такое там, не знаю, там таблица имен и вот это все. Если эти понятия будут выскакивать у нас для объяснения каких-то других основных тем нашего курса, я буду на них ссылаться, кратко пояснять, что это такое, но если у вас совсем нет представления, то просьба читать соответствующую документацию. Вот. И вообще идея почитать соответствующую документацию, прежде чем начать что-то делать сложное или начать что-то делать, убедиться, что это сложно, почитать соответствующую документацию, это хорошая идея. Вот такое вот длинное вступление, извините, что начал с него, потому что это было важно, да, чем мы не будем заниматься вот в нашем курсе. Теперь, значит, относительно окружения. Вот, допустим, у меня есть Linux-машина, на которой я работаю, там, как вы можете заметить, есть браузер и дофига всего, вот, да, там. А вот есть Linux-окружение, которое я, ну, условно говоря, не условно говоря, а совершенно буквально развернул для нас с вами с нуля. То есть я поставил минималистичный образ дистрибутива, который там занимает 200 мегабайтов или 300, ну, короче, без ничего совсем. Вот. А потом туда понаставлял всего. Вот что это за все, которое должно присутствовать в вашем окружении, чтобы там что-то такое компилировалось, чтобы можно было нам с вами заниматься всякой работой. Понятное дело, что там должна быть базовая Linux-система, в частности, Shell какой-то, вот, который, например, нам выдали. Вот. Куда можно было бы зайти тем или иным способом. Например, на моей виртуалке запущен Shademon, к которому некоторые из нас получили доступ. Вот. И получили терминальный доступ. Как вы понимаете, если вы пользуетесь своей собственной машиной, вы можете там пользоваться и другими приложениями, да, совершенно не обязательно терминальными, но тот минимум, который минимум, значит, вот машинка, на которую можно зайти и работать в консоли. Поскольку предыдущим домашним заданием нашим было создать гид-репозиторий, и мы даже его создавали прямо в лекции, значит, на машинке должен быть гид. Гид нужен по двум причинам, про второй я расскажу чуть позже.
Ну, то есть он нужен, разумеется, для того, чтобы сделать домашние задания, для тех, кто хочет получить потом оценку. Потому что мы сейчас договоримся, у меня пока не сказано, как будет выглядеть домашнее задание, но это, скорее всего, будет гид-репозиторий с просто номерами задач решенных или там номерами домашних заданий по лекции. Разумеется, нужен текстовый редактор, с которым вы будете иметь дело. Обратите внимание, что если вы, так сказать, будете следовать всей, так сказать, жесткости нашего курса, то вам понадобится консольный текстовый редактор, коих, как я вчера, готовясь к этой лекции, убедился в том, что их, в общем, до хрена. Я-то думал, что их там условно два, но, грубо говоря, VI и EMAX. И оба, в общем, странненькие. Помимо VI и EMAX, скорее всего, в вашем дистрибутиве будет редактор Nano, но редактор Nano — это издевательство над человеком, который пытается им пользоваться. Вот, прямое. Поэтому он нужен ровно для того, чтобы сказать: ребята, не хотите изучать Vim? Вот вам Nano, подавитесь. Мы можем, как я уже говорил, устроить, если публика будет за, можно проголосовать в чатике или там инициировать, по крайней мере, обсуждение в чатике про это дело. Мы можем устроить хорошую, годную лекцию про Vim. Вот. Да, совершенно справедливо. Сейчас я дойду до этого. Итак, там должен быть редактор, там должен быть компилятор, там должен быть отладчик. Кстати, его пока еще нету. Вот здесь, по-моему, нету. Я поставлю. И так дальше, и так дальше. Вот это вот там должен быть на Linux-машине. Да. Нет, на самом деле зря вот так. Я вот Vim пользуюсь с момента его, как это сказать, написания, и не было ни разу, чтобы мне не нравилось. Да, ну так вот, значит, вот это самое, что должно быть на машине, в случае Linux, это... Егор, чуть позже отвечу, хорошо? Значит, в случае Linux это вещь, которой мы прицельно не будем заниматься, а именно как устроен вообще Linux-дистрибутив и как в него попадает программное обеспечение. Обеспечение, прошу прощения. Вот здесь вот я, пожалуй, ограничусь словами, то есть расскажу очень простое бла-бла. Вот. Это простое бла-бла, на самом деле тема одного или даже двух курсов, поэтому у нас точно не будет на это время. Вот, значит, вы либо привыкаете к тому, что так есть, вот, либо самостоятельно подпольно осваиваете. Возможно, мы когда-нибудь этот курс перезапустим и там проговорим про все, про что вы не успеете к тому времени узнать. Linux — это ядро операционной системы. Операционная система, с которой мы работаем, называется дистрибутив GNU Linux, в том смысле, что помимо ядра там установлено еще какое-то количество программного обеспечения, которое, собственно, помимо ядра операционной системы делает, ну, вот все, что мы видим перед собой сейчас. Дистрибутив Linux — это крайне категорически зашкаливающая модульная система. В том смысле, что каждый отдельный ее компонент, называемый пакетом, может быть установлен, а может быть и не установлен в этой системе, и этих пакетов в стандартном дистрибутиве, ну, скажем так, 4000. Пакетом является, ну, разумеется, ядро. Практически каждая библиотека программная, с которыми может быть собраны программные продукты. Разумеется, каждый программный продукт, включая, например, shell отдельно, другой shell отдельно, третий отдельно. Разумеется, компилятор, с которым мы с вами работаем. Разумеется, редактор. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Всего пакетов на самом деле много. Ну вот, скажем, в данный момент вот это пакет, который установлены в нашей виртуалочке. Давайте посмотрим, сколько их. 341 штука. Давайте изучим этот список. Как видите, очень много пакетов начинается на слово lib. Это как раз те самые библиотеки. Вот. И среди них мы, так сказать, мой опытный взгляд может выделить установщик пакетов, точнее пакетный менеджер, shell,
базовые утилиты для работы с Linux, компилятор, библиотеку Glibc отдельно, она не на lib начинается, на G. Вот. Что еще? Ну вот ядро, да, кучу библиотек, утилиту make, которая нам понадобится, Secure Shell как клиент, так и сервер. Ну, в общем, редактор Vim, например. Другой Shell, Z-Shell. Короче говоря, пакеты. Пакеты можно ставить и удалять системному администратору, точнее пользователю, получившему права так называемого суперпользователя. И главная фишка пакетов в Linux – это их зависимость. То есть, когда вы ставите один пакет, и в описании, так называемом спеке, к этому пакету написано, что этот пакет не может работать по-человечески без еще других пакетов, то пакетный менеджер, который в нашем случае в Alt-E называется apt, ставит еще и все остальные пакеты тоже. Если удаляете какую-то, скажем, библиотеку, а от нее зависят другие пакеты, то apt вас честно предупредит, пакетный менеджер вас честно предупредит, диспетчер, что если вы хотите удалить этот пакет, то еще вместе с ним удалятся другие. Если вы попробуете удалить, например, критически важный пакет, ну, например, Glibc, то пакетный менеджер скажет: так, смотрите, у вас тут 341 пакет, вы собираетесь удалить 250 вместе с Glibc. И в них входят критически важные. Напишите, пожалуйста, yes, do as I say в командной строке. Если не напишите, не удалю. Такие дела. Если вам интересно, Алексей, это просто версия, скажем так, номер сборки. Смотрите, вот есть какой-то пакет под названием XXD. У него есть апстрим. Этот апстрим имеет какое-то версионирование. Когда на сайте XXD появилась новая версия, она имела версию 8.2.0.0.1.1. Потом монтейнер пакета собрал этот пакет, и его версия называлась 8.2.1.1-alt-1. Потом он взял и исправил какую-то багу. Или пересобрал его с какой-то более интересной фичей. Или еще что-то сделал. Версия пакета не изменилась, а сборка новая. Ну, взяли и прибавили туда суффикс alt-2. Вот. Потому что версия исходника та же самая, версия пакета новая. В современном мире для этого у нас есть еще сравнение по времени сборки, но правила хорошего тона говорят о том, что если ты просто пересобрал пакет, ну скажем, обновились какие-то библиотеки, и ты решил пересобрать, чтобы он работал с ними, посмотреть, как это получится, то ты не меняешь номер релиза и просто пересобираешь его, потому что это тот же самый пакет. А если тебе нужно именно новый пакет собрать, да, где ты что-то поменял, то ты меняешь, ну, вот номер релиза, увеличишь на единичку. Пользование установщиками, борьба с зависимостями или наоборот польза зависимостей. Что такое пакетный менеджер, пакетный диспетчер, мы с вами вплотную обсуждать не будем. У меня, возможно, посмотрите какой-нибудь из моих курсов, хотя я не уверен, что в последнее время был толковый курс на этот счет у меня, чего-то у меня не получается введение в Linux. Вот. Можете посмотреть другие места. Главное, если вы пользуетесь недистрибутивами линейки Alt, то хорошо бы, чтобы вы обратились к документации по тем дистрибутивам, которыми вы собираетесь пользоваться. И последнее, второе и последнее, что я хочу сказать относительно вот того, чем мы не будем заниматься, это понятие репозиторий. Значит, ну, мы с вами уже убедились, что у нас 341 пакет стоит, но в действительности мы можем поставить гораздо больше пакетов, не 341, которые сообщество, поддерживающее данный дистрибутив, складывают в специальные хранилища, именуемые репозиториями. В репозитории десятки тысяч пакетов. Ну, давайте посмотрим. Вот веб-интерфейс к нашему репозиторию. В репозитории Sisyph, из которого у нас сформирована наша виртуальная машина, 22 134 пакета на сегодняшний день. 22 134 компонента операционной системы под свободной или как минимум свободно распространяемой лицензией. Очень мало свободно распространяемых пакетов у нас в репозитории, практически нету. Вот, в основном свободные. Разница между свободными и свободно распространяемыми, что свободные — это под свободной лицензией типа GPL или там, допустим, BSD. Вот.
И, соответственно, они отвечают определению свободного софта. А свободно распространяемые это такие вот, ну, такие вот, ну, типа, распространять можете, а, например, изменять не можете. Ну, такая вот гадость. Вот. Но иногда бывает нужно и вот. Ну вот, смотрите. О, наконец-то я это самое, исчез из топа сопровождающих. Вот. Значит, раньше я тут был. Наконец-то я оттуда исчез. Все-таки я не занимаюсь поддержкой нескольких тысяч пакетов. Вот. Значит, это к вопросу о том, чем мы не будем заниматься. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься непосредственным окружением, которое нам понадобится, скажем так, непосредственно данным нам свыше или организованным с помощью других знаний окружением, которое нам понадобится для, собственно, основной темы, как разрабатывать под Linux что-то. Не знаю, зачем я это написал. Значит, смотрите, да, еще чем мы не будем заниматься. Мы не будем заниматься второй частью понятия разработка, а именно не будем заниматься деплойментом. Мы не будем в этом семестре учиться делать пакет, возможно, в следующем. Идея состоит в том, что мы доводим наше разработанное приложение до состояния, когда оно у нас в том виде, в котором мы его разрабатываем, запускается и работает. А вот как формировать из этого что-то, что можно будет доставлять до пользователя, как это там устанавливается и все остальное, это точно не тема нынешнего семестра. Вот еще чем мы не будем заниматься. Наконец, понятие сборка. На самом деле довольно сложное. Это не просто скомпилировать программу на C, чем мы как раз будем заниматься прямо сегодня. Вот. И почему сборка программного обеспечения это не просто компиляция программы на C, вот об этом-то мы будем говорить весь семестр. Уверяю вас, нам хватит о чем разговаривать, и еще останется многое за скобочкой. Как вы понимаете, любая разработка это редактирование, сборка, тестирование и запуск, редактирование, сборка, тестирование и запуск, и так по кругу до тех пор, пока вам не понравится. Я имею в виду, естественно, нижнюю половину разработки, которая, собственно, разработка, а не деплоймент. Поскольку речь идет о редактировании, начнем прямо с редактирования. В чем можно редактировать свои программы? Правильный ответ в текстовом редакторе. Неправильный ответ в текстовом процессоре. Типа Варда. Конечно, будем изучать Make, а как же иначе? Я даже поделюсь хорошим учебником по Make, понятным, на русском языке. Так вот, мы редактируем что-то, значит, дальше собираем работающий вариант бинарника, дальше этот бинарник запускаем, возможно, с тестом, и так по кругу. Редактор текстовый. Можно взять самый тупой. Ну, можно написать, вот взять редактор, который не умеет ничего, и с помощью него создать текстовый файл, который можно потом будет скомпилировать компилятором, и все будет хорошо. Единственный и главный вопрос – есть одно свойство, отсутствие которого делает текстовый редактор непригодным для редактирования в нем файлов. Для тех, кто не знает, о чем я говорю, будет несколько удивительным ответ. Для редактирования программ не подходят текстовые редакторы, внутри которых для текста используется пропорциональный шрифт. Шрифт должен быть моноширинным, иначе ваша программа на любом языке программирования будет выглядеть как... Ну, короче, глаза сломаете и не почините никогда больше. Поэтому даже такой ужасный редактор, как Nano, кажется, я его не удалил с нашей виртуалочки, да, подходит для редактирования программ на C. По-моему, все. Господи, прости. Записать. Ctrl что? Ctrl O. Никогда не пользовался... Никогда не пользовался редактором Nano. А как выйти отсюда? Ctrl-X. Вот. Даже такой простой редактор, как Nano, уже позволяет редактировать текст. Он уже имеет практически единственное, что
Отладчик тоже будет, но не сейчас. Особо не ругнется. Это был ворнинг. Ругнется-то он ругнулся, но работать будет. Вот, значит, редактор нано очень малофичастый, но даже он поддерживает одно единственное, что может нам захотеться в редактировании текста, он поддерживает как минимум подсветку синтаксиса. На самом деле требование поддержки синтаксоориентированности к текстовому редактору — это не только подсветка синтаксиса, это, например, автоматическая расстановка отступов, это, например, какая-то навигация по функциям, по скобочкам, вот это все. Вот. И тут редактор Nano, пожалуй, не самый лучший. Вот. Как было тут сказано, в обществе есть еще MC-Edit, вот, который тоже все это умеет. Я тут для себя, когда готовился к лекции, открыл еще редактор микро. Вот он уже вполне себе такой. Вот. Как видите, у него что-то даже с автоотступами есть. Ну, в общем. Наверное, мы хотели что-то вот в таком духе, да, написать. Ctrl-G, Open Help. Вот тут даже, ну, даже многооконный, смотрите-ка. А как отсюда выйти? Хороший вопрос, как выйти. Какой-нибудь Ctrl-E какой-нибудь. О, Quit. Ctrl-E — это выход в командный режим, и здесь можно написать Quit. О, это просто закрыть одно окно. Ctrl-E, Quit. Yes. Вот. Значит, выбирайте любой. Если, конечно, вы не выберете редактор Vim, который выберу я, потому что, ну, потому что. Потому что редактор Vim — это то, чем я умею пользоваться, как бы. Вот. Редактор. Если вы привыкли пользоваться более функциональными редакторами, которые, собственно, на самом деле не вполне редакторы, а интегрированные среды разработки, IDE, имейте в виду, что никто не запрещает это делать. IDE бывает условно двух видов. Абсолютно большие, дикие, огромные IDE, которые умеют вообще все. Все инструменты, про которые мы будем говорить в этом семестре, туда притыкиваются с боков в качестве плагинов, которые умеют ходить к этим инструментам. Да, значит, ну какие мы знаем? Eclipse какой-нибудь, NetBeans, Visual Studio. У компании JetBrains есть несколько инструментов на разные темы. Там для Python, для Java, для C++. Ну, в общем, вот такого сорта монстрики. Вот. Есть то, что называется мини-IDE, когда у вас текстовый редактор совмещен с какими-то функциями IDE. Ну, например, можно задать команду сборки. Или есть понятие проект. Если вы хотите сделать многофайловый проект, то вы создаете нечто под названием проект, а потом ваш IDE, ваш редактор, значит, на основании этого проекта сделает, ну, допустим, makefile, да, и заставит компилятор там пересобирать ваши файлы многофайловые. Да? Или, например, есть подсказка прямо в тексте, значит, вы наводите там курсорчик на функцию, а вам по нему, по этой функции выдается helpic или еще что-нибудь. Или прямо встроенный в редактор отладчик, да, где вы, значит, пошагово проходите ваш код, а вам показывает, где. Нет, вот тут есть замечание, что толстый IDE вывихивает мозг. Не мозг вывихнуть, а протоптать тропинку, понимаете? Вам нужен гуру, который расскажет, как сделать что-то простое, нажав на 8 или 10 кнопочек в определенной последовательности. За это я не люблю IDE. На самом деле IDE, конечно, очень быстро, очень сильно помогают, если ваша профессия программист, и вы программируете 8 часов в сутки. Вот тут
сокращение любого действия на долю секунды умножается на количество секунд в вашем рабочем дне, и вы понимаете, чем быстрее и эффективнее вы работаете, тем лучше. Но для нас с вами это не нужно. Вот. В общем, ну, я не знаю, показать пример какого-нибудь IDE, какого-нибудь недо IDE, да? Вот недо IDE. Это такой IDE для бедненьких, любимый мой из вот такого класса инструментов, простой, понятный, с, значит, на питоне тут что-то написано, явно. Значит, ну вот да, именно поэтому мы не будем пользоваться ими IDE-шками в нашем курсе. Вот, помимо этого есть сейчас активно продвигаемый Microsoft'ом редактор код, который Visual Studio Code. Я не знаю, у меня здесь стоит? Стоит. Вот. У него есть всякие интересные штуки, например, ну, в общем, есть. Вот, помимо этого есть всякие любимые некоторым, а мной не очень, какой-нибудь CodeBlocks, ну, в общем, такая вот вещь. Вот, а из толстых сред, ну, у меня, кажется, должна стоять NetBeans. Вот оцените, как она запускается на моем достаточно быстром компьютере. Она все еще запускается. Чтобы открыть новый проект, надо нажать новый проект, а он спросит, на каком языке, а я скажу, наверное, на C, а тут на C вообще есть. Проект на C++, господи, не хочу C++, что за C++? Ну, вы меня поняли, короче, я еще даже не понял, как мне что создать, а уже запутался. Application... Вот. Но зато в случае NetBeans там будет встроенный отладчик, встроенное все. Такие дела. Я умею пользоваться редактором Yet. Это хорошая штука, но редактор Vim со всех сторон лучше. Я знаю, что NetBeans лучше 8.2 ставить, но я решил, что 8.2 уже в прошлом, и как бы отслеживаю потихонечку, как выглядит современный NetBeans. 8.2 был последний NetBeans, которым занимался Oracle. Сейчас им занимается сообщество. Понятно, что все вещи, на которые нужно много денег, сообщество не может обеспечить. Вот. Тем не менее, мне нравится NetBeans. Это как IDE хорошая штука. Что еще с редактором? Значит, к сожалению, я не принадлежу участникам священной войны между имаксистами и вимовцами. Вот. Поэтому, но принадлежу одной из сторон в том смысле, что я умею пользоваться Vim'ом хорошо и не умею пользоваться Emacs'ом вообще. Но традиционно считается, что есть два здоровенных и вместе с тем простых, как это сказать, простых, эффективных инструмента редактирования текстов. Один из них называется Vim, другой Emacs. И если я и буду чем пользоваться, то только Vim'ом, потому что про Emacs я знаю очень мало. Вот. Значит, для тех из вас, кто решит связаться с Vim'ом, напоминаю концепцию прошлой лекции. Первым делом вы запускаете Vim Tutor. Читаете и делаете все, что тут написано, от начала до конца. Возможно, вам имеет смысл уменьшить размер страницы до экрана до 80x25, если мне не изменяет память. Именно так он должен выглядеть. 80x25. Ну, не важно. Важно то, что вот вы прочитаете весь Vim Tutor, и в конце концов вам откроется DAO или не откроется. Это первое, что требуется от человека, который хочет изучать Vim. Еще раз. Очень важная вещь. Делать все, что вам предлагается сделать. Не пытаться запомнить. Когда вы работаете с редактором, когда вы работаете с любым интерфейсом, где вы что-то набираете пальцами, помнит не мозг, помнят пальцы. Делать все, что
вас просят делать. Дальше вы можете сходить в учебник. Учебник есть на Wikibooks. Учебник есть старенький в где-то. Это просто перевод этого самого вот этого какого-то Сваропча. Вот. Ну, в общем, вот. Я уже пообещал, что заниматься раза три. Пообещал, что заниматься мы не будем этим самым непосредственно вивом, но если вдруг сообщество решит, что нужно, давайте активизируем такой движ, я не против рассказать про Vim что-то, какую-то выжимку из вот этого. Ну, скажем так, актуальную для меня выжимку из вот этого. И вот здесь, собственно, последнее, что я хотел сказать про текстовые редакторы, и как раз это очень рифмуется с тем, что в последнем комментарии. Вы можете не пытаться осилить текстовый редактор консольный, если, например, вы уже осилили текстовый редактор какой-то более мощный. Вот человек пользуется Коврайтом, хороший редактор Коврайт, мне нравится. Я им тоже пользуюсь, когда у меня есть под рукой KDE и как это самое сказать, не то чтобы нет под рукой Вима, да, но хочется что-то такое вот гуевое показать людям. Вот. Но тогда возникает вопрос, значит, что делать дальше? Да, мы сначала что-то редактируем в редакторе. Предположим, вы это делаете вообще где-то у себя на машине, а хотите пользоваться, значит, нашим окружением как источником. Ответ очень простой. Гид вам в руки. Вы можете вполне сделать вот как. Вот, допустим, у нас есть, где же оно? Гид-репозиторий, который мы сделали совсем недавно по домашнему заданию для того, чтобы с ним работать вот здесь. Вот этот гид-репозиторий. Да? Давайте мы его склонируем, причем склонируем не на удаленной машине, а на моей. Да? Вот здесь где-нибудь. Гид-клон. О! Вот это тот самый репозиторий, который мы сделали в прошлый раз. Вы запускаете какой хотите текстовый редактор для того, чтобы... Коврайт, говорите. Ну, пускай будет Коврайт. У Коврайта есть забавная штука, которая мне нравится. У него тут справа такой пейнер. Если вы редактируете файл большой, то тут показывается, в каком месте кода вы находитесь. Потом покажу. Да? Значит, что там? Вот. Вот мы отредактировали файл на C. Вот. Кстати сказать, этот Коврайт настроен плохо, и у нас программа на C как раз не моноширинным шрифтом, это выглядит ужасно. Так делать нельзя. Делать надо вот так вот. Вот. Тут, по крайней мере, все в столбик, как надо. Коврайт имеет поддержку довольно хорошую языков программирования, и даже какие-то команды сборки там тоже есть. Тут какой-то вот прям не помню. Короче, не умею. Я в это не умею. Я сейчас про другое. Более того, вы даже как-то попытались скомпилировать этот файл, и получилось, что у вас там на вашей машине это не работает. Ну, по какой-то причине. Что вы делаете? Вы пушите. Это дело на сервер. Вы заходите на сервер. Говорите git clone. Да что ж ты будешь делать? Все того же вот этого. Наверное, надо было не HTTPS клонить. Сейчас, секундочку. Чтобы мне пользоваться ключиком, надо было клонить
Надо было клонить по ССХ. Где тут клон? Вот он. Вот так надо было клонить. Это гитхабовский фингерпринт, мы его уже смотрели в прошлый раз. Вот он. И вуаля, все, что вы наредактировали в своем любимом редакторе, каком угодно, приехало к вам на сервер, где вы можете вполне откомпилировать файл. И это, собственно, следующий этап барлизонского малета. Да? Значит, следующий этап нашего разговора – это о том, что происходит при компиляции. Что я сейчас написал? CC – это такая команда командной строки, собственно, вызов компилятора. А вот такой команды нет. А вот такая есть, CC. Что при этом происходит? При этом, если бы у вас в файле была ошибка, давайте посмотрим. Ошибка. То компилятор выдает эту ошибку со словами: ребята, у вас тут ошибка в строке номер 2. Я нашла слово int. Нашел. Нашло. Int. И этот int ничего не значит. С этой точки зрения, это ошибка. И вообще, современные компиляторы настолько умные, что они умнее вас. Говорят: так, вы, наверное, хотели сказать int. Ну да, я, наверное, хотел сказать int. Давайте вот так еще сделаем. Как видите, все прошло хорошо. Вот, у нас программа скомпилировалась. При этом команда ls означает выдать содержимое текущего каталога. При этом образовался файл под названием a.out. И это, собственно, результат работы компиляции. Обратите внимание на то, что редактор Vim нам оставил backup файл. Для того, чтобы его не оставалось, есть разные способы этого дела, но, по всей видимости, это не так плохо, как кажется. Хотя в случае работы с гитом нам backup файл не нужен вообще, кстати, от слова совсем. Ну, как минимум нам нужно, чтобы в гитигноре у вас было написано вот так вот. Да, тогда все бэкап-файлы от Vim не полезут вам у вас. Кстати, out туда тоже надо добавить. О, обратите внимание, а он там есть. Что, нету out-а? А, есть звездочка .out. Вот, то есть все файлы .out тоже игнорируются. Что такое out? Обратите внимание на то, что он зелененький. То, что он зелененький, это причуды, или вернее не причуды, а бонус от команды ls, которая при выводе на экран раскрашивает в разные цвета файлы разного типа. В данном случае этот файл исполняемый. Это то, чем мы с вами как раз не будем заниматься, что вы более или менее должны знать или с чем должны смириться в нашей работе, что в Linux файлы отличаются по их так называемым атрибутам. Вот. И в данном случае файл исполняемый, видя, что он исполняемый, ls нам покрашивает его в зеленый цвет. Это и есть наша готовая программа, которую можно запустить вот так. Обратите внимание на то, что как выглядит запуск программы. Еще одна вещь, о которой мы не будем разговаривать подробно. Дело в том, что когда вы запускаете какую-то программу, например, CC или LS, или еще какую-нибудь, Date, Vim, ну и так дальше, происходит следующая вещь. Shell ищет сначала, не является ли данное слово встроенной командой Shell, не является. Дальше он смотрит в специальные каталоги, которые сложены в переменный path, это было слово эхо. Вот в эти каталоги не лежит ли там программа с нужным именем. И, наконец, если не там, не там, то есть если это не встроенная команда и ее имя и файл с таким именем не лежит ни в одном из этих каталогов, выдается сообщение, а.out, выдается сообщение command not found.
Если вы хотите запустить программу, которая лежит не в одном из этих каталогов, вам придется указать его полный путь. Ну, например, так, home, forward.george, a.out. А, нет, Linux Enter, a.out. О! Обратите внимание на то, что я активно пользуюсь табом для набора этой строки, да? Еще раз. Home, tab, F, tab, L, tab, tab. Последний таб, я вообще ничего не набирал, потому что умный shell, мой Z-shell, знает, что тут есть единственное исполнение программы, поэтому если мы хотим что-то запустить, да, то вариантов только один. Как видите, это довольно длинная и неудобная формулировка, но поскольку мы и так находимся в этом каталоге, то есть текущим каталогом, каталогом по умолчанию, каталогом, путь до которого равен ничему, является текущий, то мы всегда можем указать более короткий способ запуска программы, взять текущий каталог, слэш, out. Вот. Просьба либо осознать это, либо воспринимать как это как ту самую тропинку, то есть привыкнуть к этому, потому что такими вещами я буду пользоваться довольно часто. Что может потребоваться от текстового редактора для того, чтобы... Кстати, нам с вами почти никогда не потребуется, мы не будем писать программ такого размера. Но тем не менее, что может потребоваться от текстового редактора для того, чтобы этот процесс слегка упростить? Мне приходит в голову довольно важная штука. Это поддержка синтаксиса не только текста программы, но и синтаксиса вывода компилятора. Чтобы можно было вынуть из компилятора место, где произошла ошибка, и позиционироваться именно на это место. Вот. Большинство текстовых редакторов программистских такую штуку поддерживают. Некоторые даже умеют там раскрашивать специальным цветом ошибочную строчку и так дальше. Вот. Не исключение и Vim. Сейчас попробуем... Попробуем сделать так. Да? Чтобы было номер строки был более номером строки. Да? О! Вылезли ошибки. Мы можем что сказать? Сказать set v равняется как-то так, да? О! Значит, что я сделал? Я написал буквально следующее. А давайте мы определим программу сборки. Программа сборки будет называться cc пробел текущий файл. Перед пробелом пришлось поставить backslash, чтобы команда set не подумала, что она здесь закончилась. Да? То есть, если мы будем выдавать команду редактора «собери проект», редактор будет говорить cc текущий файл. Собственно, выводить команду cc. Вот. CC пробел, да? Значит, теперь, если мы скажем двоеточие make в Vim'е, то у нас запустится вот этот самый CC пробел, выведется сообщение об ошибке, но помимо этого Vim увидит, что у нас две ошибки и спозиционирует нам, давайте попробуем это сделать вот так вот, да? Спозиционирует нам на первую. Командочка CL, CList, покажет, где именно с точки зрения компилятора происходили ошибки и что из этого Vim посчитал именно ошибкой. То есть Vim умеет синтаксически разбирать не только текст на C, но и вывод компилятора. Что важно. Ну вот. То есть вы можете воспользоваться свойством вашего текстового редактора, парсить ошибки компилятора, чтобы можно было легко перемещаться. В нашем с вами случае программы будут очень короткие. Нам будет вполне достаточно вот такого, да, потому что здесь написано 13-я строка. Обратите внимание, что мы сделали одну ошибку, а компилятор выдал две.
Честно, не знаю. Я думаю, надо почитать. Это вопрос, почему даже GCC-Vol не говорит нам, что мы не используем ни RGC, ни RGV. Да-да-да. Я думаю, что это предупреждение по умолчанию просто выключено. Надо включить руками. Вот. Минус вунузит какой-нибудь. Окей, значит, обратите внимание на то, что у нас ошибка одна, ну, мы сделали одну ошибку, а компилятор выдал две. Хуже того, мы можем сделать одну ошибку, а компилятор выдаст их бесконечно много. У вас. Ну, не бесконечно, но в количестве. Я забыл. Вот сюда надо, по-моему, поставить запятую, чтобы было все плохо. Нет. Ну, короче, нет. Я сейчас не смогу придумать сходу пример, когда компилятор сделает много ошибок из одного единственного неправильно поставленного символа, но такое бывает. Значит, то есть DAO состоит в следующем. Ошибки компилятора для вас, если вы их начитаете, вы сами себе злобные буратины. Но... в случае C, скорее всего, первая ошибка, которую вы увидите, она для вас, а остальные наведенные. Остальные спровоцированы попыткой синтаксического анализа в уже ошибочной ситуации. Не всегда так, иногда, конечно, все бывает по-другому, но вот имейте в виду, что не всегда все ошибки актуальны, начинайте всегда с первой. Как видите, ошибки бывают разного класса. Бывает error, бывает warning, бывает еще info. Вот. И программа на C считается нормальной. Если в ней нету error, хотя могут быть warning. Например, вот так она еще и скомпилировалась удивительным образом. Даже работать будет. В принципе, C вообще очень добрый компилятор, я бы сказал, аномально добрый. И если вы сами не включите специально все ворнинги по совету, вот, который нам тут дает человек с ником Сокращенец, даже нет, видимо, Андрей Воронов, именно не скажете компилятору выводить все ворнинги. Ну, давайте попробуем, кстати. О! Вот и ответ на ваш вопрос. Дело в том, что поскольку у функции есть параметры, они есть, то их надо описывать. Да? То, что мы их потом не используем, фиг его знает. Но мы можем специально включить warning, который называется unused параметр, и она нам скажет: ребята, вы тут два параметра записали, но не использовали. Вот. Значит, то есть, когда вы говорите vol, вы включаете ворнинги, но не все. Некоторые ворнинги включаются как-то по-другому. Сейчас я попробую вспомнить, как включить вообще все, но... Мост, видите? Мост. Ворнинг. А all warning, не знаю. Векстра, да, спасибо. О, спасибо, дорогой. Поприветствуем. У нас тут появились сотрудники компании Basalt SPO в чатике. Вот. Да. Ну, то есть вы могли написать вот так вот. А, кстати, нет. Не хватает. Еще больше надо. Больше, 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 больше. А, во, спасибо. В экстра модифицирует понимание вол как включение всех сообщений о вариант. Ну давайте убьем все окончательно и превратим это еще и в ошибки. Обратите внимание, что в данном случае,
Поскольку мы сказали все ворнинги превратить в ошибки, у нас внезапно программа не скомпилировалась. Вот давайте мы уберем этот out. Вот так она компилируется, несмотря на ворнинги. А вот так она не скомпилируется вообще. Потому что мы сказали, дорогой компилятор, все, что является ворнингом, на самом деле ошибка. И нам придется этот самый Hello World. Вот что нам с ним сделать? Я даже не знаю, потому что у нас параметр есть, а как его значит, задействовать формально? Какой-нибудь прагму, да, надо? В общем, не знаю. Видимо, никак. Вот. Поэтому, возможно, это не самый правильный. Это, кстати, еще один ответ на вопрос, почему. Ну да. Воспользоваться тем фактом, что main может быть без. Да, без этим самым. Без. Спасибо. Давайте, кстати, это сделаем. Поскольку мы этим не пользуемся, поставим сюда void. Та-дам! Вот. Но это, извините, свойство функции main. У нас может быть много разных мейнов. Вот. И это еще один ответ на вопрос, почему этот warning не является обязательным. Ну вот у вас есть 4 параметра, которые вы передаете в функции по стандарту, а в реализации один из них не используется. Ну что же мы должны его фиктивно где-то к чему-то присваивать, а потом не присваивать, чтобы у нас ошибок не было? Да нет, ну это значит просто, что этот warning не является warning, вот и все. Слава богу, в функции main есть 2 различных варианта использования, на самом деле больше, чем 2. Так, это что касаемо процедуры, да, значит, ошибки, читайте ошибки, отлаживайте, запускайте. Обратите внимание, что из 5 файлов на экране в действительности интересны нам только 3. Это текстовые файлы, которые там типа сопровождают наш репозиторий, и файл hello.c. Не файлы aout, не файл стилечка в конце, не являются нужными. Это так называемые генераты. Ну, вот это генерат, а это просто мусор. Которые мы честно перечислили в gitignore, и поэтому у нас не будет git добавлять эти файлы в репозиторий, если мы это не скажем прям вот, не заставим его с пистолетом это сделать. Вот, поэтому с этим все хорошо, но большое количество генератов, они, в общем, замусоривают пространство разработки, и про это у нас будет следующая лекция, про то, как с ними бороться, ну, чуть позже. Слушайте, я не знаю, это сильно зависит от того, чего хотите добиться. Вот. Ну, потому что если вы непосредственно работаете с environment'ом в вашем main'е и много-много чего оттуда вынимаете, вот, то, видимо, так будет удобнее. Вот. Да, совершенно справедливо, но это чуть позже, ребята, не все сразу. Все-таки среди нас есть люди, которые не знают, что такое make clean. Вот, как правильно тут советует Глеб, далеко не все компиляторы C вам вообще передадут этот env в варианте main. Да? Вы можете написать вот так вот. Что там было? Вот так. А вот дальше я не помню. Чего нет NVP? Ну, давайте тогда погуглим, что ли. Здравствуй, Microsoft. Ну, кстати, это не только GNU Extension. А обращаюсь тут уже к Глебу. Я с удивлением увидел на сайте Microsoft. Угу. О, баба.
Ну чё, давайте так что-нибудь вместо Hello World тогда сделаем что-нибудь такое. А интересно, какая у них длина? Или там пустая просто, да? Интересно, в каком они порядке, да? Что тебе не нравится? А. Ел. Да господи, стрый. Что ж такое-то? Я его не сохранил, что ли? О! It works. Ну вот. Как тут нам подсказывают в чатике, во многих компиляторах C, точнее, во многих библиотеках libc, реализациях библиотек libc есть также и ENVP. Вот, то есть переменное окружение, с которым запущена ваша программа. Но GitEnv это стандарт, а ENVP это расширение, и какие-нибудь странные компиляторы могут этот самый ENVP не поддерживать. Ну, давайте ради интереса поставим странный компилятор на нашу машину. Сейчас. Во. Этот не нужен. Я обещал вам, что буду немножко пользоваться линуксовыми инструментами. Вот пользуюсь. Значит, есть еще один компилятор, который называется TinyCC. Он тоже работает. Ну вот. Странный компилятор поддерживает ENVP. Видимо, поскольку Glipsy та же самая, то ему все равно. Вот. Обратите внимание, что это совершенно два разных компилятора. У нас GCC, ну вот смотрите. В случае, когда мы с помощью GCC скомпилировали, получится так, а с помощью TinyCC. Тут 23 килобайта, а тут 2 килобайта. Да, обратите внимание, что компиляторы могут быть разные. У компиляторов могут свои быть свойства, разнообразные, интересные. Вот, в частности, компилятор TinyCC, сишный, который раньше разрабатывался таким известным гениальным программистом Фабрисом Беларом, а сейчас его подхватило сообщество, обладает волшебным свойством, он очень-очень-очень быстро компилирует. Вы можете написать так: tcc-run hello.c. Ой. Чего? Segmentation fault. Вот это да. А так работает. Ну надо же. Интересно, интересно. А более простую программу?
Что это с ней не сня... Ха-ха, инвалид тайп. Ачар, отлично, ачар. О, тут работает. Вот вам, пожалуйста, один компилятор справился с этой проблемой, другой нет. Возможно, с точки зрения TCC, там что-то было не так в нашем этом самом. Ну вот, значит, сейчас я посмотрю в план лекции, который я, естественно, весь пересобачил, но... А, смотрите, чтобы было понятно, что на самом деле компилятор за нас делает довольно много действий, прежде чем получился out. Ну, для начала, как вы видели, у компилятора есть такая штука, как у всех команд в Linux, есть такая штука, как ключи. Да? Вот мы сегодня пользовались различными ключами по включению и выключению ошибок. Значит, один из самых часто включающих... часто используемых ключей, это указание имени выходного файла. По умолчанию так традиционно сложилось. Выходной файл называется a.out. Я даже почему и так традиционно сложилось? Потому что a — это первая буква алфавита, а out — это означает то, что получилось. Вот. Если вы хотите, чтобы ваш компилятор выдал программу с другим именем, назовите ее, например, hello. Для этого служит ключик минус o. Ну, будет называться hello. Во. Значит, к вопросу о том, что это за текст нам выводится. Это то же самое, что выводит команда setenv, да? Но только set еще функции выводит. А вот, вот они. Узнаете, да? Да, чтобы вы понимали, что программа, компилятор CC делает за нас довольно много работы, ну реально много. Давайте попробуем сначала сказать вот так вот, CC-V. Вот. Вот эта команда CC. Значит, минус V, это от слова verbose, нам теперь компилятор рассказывает, а что же он для нас сделал. Во-первых, он нашел, кем компилировать программу нашу, сообразно нашей архитектуре. Конкретно каким компилятором. Под какую архитектуру? Это какие-то параметры сборки нашего компилятора. Запустил компилятор. Подумал и решил, под какую конкретную архитектуру будет оптимизация происходить. Вот здесь вот. Выбор, точнее, какие инструкции, instruction set какой будет выбран. Где-то в процессе этого он еще при процессоре должен был обработать эту программу. Я этого не видел. Видимо, это происходило чуть раньше. Да, здесь этого не написано, но мы увидим, я потом покажу, как это делается. Запустил компилятор, первый проход C-шного компилятора CC1, который, собственно, из нашего файла на C сделает файл на ассемблере. Не знаю, кстати, не могу сказать насчет того, есть ли крохотный компилятор C++. Наверное, нету. C++ все-таки это могучая штука с огромным количеством библиотек, без которых совершенно бессмыслен. C++. Вот. Ассемблер. Потом мы взяли эту программу на ассемблере. Скомпилировали ее. Уже ассемблером собрали. Вот где тут... А, нет, тут еще какая-то... Тут приехал оптимизатор сначала. Да? Вот. Теперь мы взяли ассемблер. Скомпилировали программу на ассемблере. Собрали... должны были собрать объектник. Вот он. Собрали объектник.
Значит, объектник – это файл, в котором есть уже вполне себе исполняемый код нашей программы, но нету ни одного исполняемого кода, ни библиотек, которые нам нужны, ни исполняющей системы C, которая бы нам делала старт, завод к мейну и выход из мейна, ничего. Объектник сформировали. Дальше в силу, в роль, как это, господи, прости, в свой черед вступила утилита-компоновщик LD. Вот, и этот LD должен вот здесь, вот, вот, тут, вот. Только тут называется почему-то коллект 2, я не знаю почему, но пускай он так называется. Короче, вот эта жуткая команда взяла наш файл, скомпоновала его с библиотекой GCC, с библиотекой C, возможно, оттуда ничего не взяв. Притащила к ней еще объектник CRTEnd, CRTN. Один из них это завершающий кусочек исполняющей системы C, другой стартовый. Вот, CRTE еще. Еще CRTBegin, вот стартовый. И вот из этого всего нам сляпали нашу программу. То есть на самом деле работа компилятора не просто взять какой-то текст на C и превратить его в бинарный код. Да? Это довольно сложная работа, ну, в частности. Начнем с простых вещей, как раз нам хватит 10 минут на эти простые вещи. Если мы хотим только препроцессором обработать нашу программу, то мы должны сказать cc-e, сказать минус o, допустим, helloprep.c. Это было слово hello, если кто не заметил. Вот. И у нас в резолютирующий файл приедет нифига себе, мы программу написали, правда? Собственно говоря, это результат раскрытия всех директив препроцессора, которые мы использовали в своей программе. В основном это содержимое. Это не в основном, это содержимое того инклюда, который мы сделали. Ну и если хотите, можно еще helprep, да-да-да. Я уже тоже подумал об этом. Задефайнить что-нибудь. Вот. Это же хелпреп. Ну ладно, неважно. Ну вот, обратите внимание, что наш печать, который мы тут где-то задефайнили, он исчез, естественно, потому что в результате препроцессора он просто исчез. В результате работы препроцессора, естественно, все такие штуки исчезают, и фактически это и есть та программа на C, которая компилирует компилятор. Если мы хотим остановить нашу... нашу компиляцию, да что ж такое-то, остановить нашу компиляцию на уровне ассемблера, мы должны сказать вот так вот, по-моему. Вот. Ой, нет. Mm.
Да, S большое. Вот. И вот этот вот файл на ассемблере, который, собственно, сгенерится после трансляции всего вот этого безобразия из C в ассемблер. Знатоки ассемблера x86-64 могут даже понять, что тут написано. Незнатоки, которые в первый раз в жизни выглядят ассемблерный код, будут слегка ошарашены. Это тоже язык программирования. Вот. Обязательно, скажем так, упомянем, но если вам это нужно, потыкайте меня в чатике, например, да, мы ближе к середине семестра устроим именно про сборку разделяемых библиотек. Вот. Значит, ну потому что это понадобится в каком-то смысле, да, это тоже программное обеспечение под Linux. Вот. Но в принципе мы можем узнать здесь нашу функцию main, которую мы вызывали. Вот. Функция print уже превратилась в... Она была макросом на самом деле. Она превратилась в вызов функции puts, обратите внимание. Вот. Кстати, давайте уж, если на то пошло. Ну, давайте сначала проверим, работает это или нет. Это работает. Вот. Значит, как мы видели, компилятор увидел, что мы использовали такой вариант printf, в котором используется только строка, и заменил он на простой puts. Я думаю, что в случае более сложной ситуации он так не сделает. Да. Теперь мы сделали так, что функция print не может быть заменена на функцию puts, и компилятор не заменил ее на функцию puts, а вызвал print со всеми подобающими приседаниями. Да? Вот смотрите. Понятно, вот эта строка, которую мы задали в качестве параметра функции puts, она засела, ее тоже нужно было объявить. Дальше у нас, видите, стартовый кусочек очень похожий. А вот здесь вот мы вызываем внизу функцию puts, а здесь функцию print. Вот. Ну, понятно, да? В первом случае puts было достаточно, print не обязательно, во втором случае print был обязательно, потому что там форматная строка передается, ну и компилятор умный это сделал. Интересно, что будет, а если я... Ща. Ну интересно же, если я уберу все это, да, если мы вернемся к исходному, вот у нас, значит, да что ж такое-то, тороплюсь. Если мы выключим оптимизацию, у нас print на put заменится или нет? Заменится.
Ну, в общем, по всей видимости, это просто макрос, который так раскрылся. Ну, обидно. Значит, у меня совсем не осталось времени, но я все-таки скажу последнюю вещь, что из ассемблера, вы помните, получался объектный файл. То есть мы можем написать вот так вот. Минус c, минус o, минус c маленькая. Hello.o. Вот. Этот самый объектный файл hello.o. Он маленький, он не сравним с бинарником, потому что, напоминаю, это исходник, в котором есть только наш код, вот, и никакого другого кода нету. Вот, в следующий раз мы попробуем немножко туда залезть, у нас просто времени уже нету, но, значит, это объектный файл. Вот, он представляет собой, собственно, скомпилированный ассемблер без каких бы то ни было. Ну вот, смотрите, значит, утилита objdump, все-таки я решил про это сказать, нам проанализировала содержимое этого объектного файла и сказала: смотрите, у нас есть main определенный, это функция. И у нас есть какое-то количество неопределенных имен, например, print. Эта функция в нашем ассемблерном коде ссылается на print, но самого print в этом коде нет, он не определен, он где-то еще лежит. И вот компоновщик, о компоновке мы поговорим отдельно, более подробно, компоновщик нам из этого файла должен соорудить, собственно, бинарник, который будет исполняться. Вот здесь вот я не готов вам показать, как это делать при помощи компоновщика, потому что, смотрите, это может сделать сам компилятор C, он просто поймет, что перед нами объектный файл, и не будет его пытаться компилировать, а сразу начнет компоновать. Ну, потому что компоновщик выглядит вот так. Это довольно жутко. Запуск компоновщика выглядит вот так. О! Ну, я не вот смотрите, и тут какой-то link-time optimization, какой-то, значит, так, ну это промежуточное представление. Несколько модулей, которые, я уже их показывал, которые, input-output, стартовая часть исполняющей системы, финальная часть исполняющей системы, не знаю, что такое CRTN. Ну, в общем, много-много-много. Да, значит, поэтому вручную запускать компоновщик мы, наверное, не будем от слова никогда. Вот. А правильный способ запуска компоновщика – это запуск компилятора C, который сам знает, с чем компоновать то, что мы сейчас собрали. Вот если бы мы написали голый текст на ассемблере, да, совсем голый, даже без использования libc, то, наверное, можно было бы его по-тупому скомпоновать. Непонятно потом, как запускать, но это же другое дело. Ну вот. Компоновщик. И только после запуска компоновщика у нас берутся всякие библиотечки, всякие сторонние модули, с которыми у нас собирается наша программа. И только после этого получается бинарник, вот, который, кстати сказать, требует для своего запуска как минимум библиотеку libc. То есть часть функций, которую мы используем, берутся из библиотеки libc. Ну и вот, собственно. Значит, смотрите, на этом, собственно, все. Тут был какой-то вопрос, на который я обещал ответить. Кажется, я на него ответил. Да. Значит, если не ответил, напомните мне. Значит, домашнее задание. Домашнее задание, разумеется, Hello World. То есть вы должны взять значит, то окружение, в котором вы работаете. Добиться там компиляции программы Hello World так, как это сделал сегодня я. И в вашем репозитории, я это напишу сейчас в домашнем задании, сделать в вашем, вернее, где-то там, сделать репозиторий, который будет называться Linux Dev 2020.
И в нем, прям в корне этого репозитория, будет лежать Hello World, который, собственно, и будет домашним заданием. Вы должны убедиться, а, что оно работает, б, что вы в репозитории не пушите ничего лишнего, вот, и вы, значит, это сделаете. Это часть домашнего задания для тех, кто хочет получить оценку по спецкурсу. В течение недели это должно быть сделано. Я опишу вот сюда вот, значит, что именно должно быть сделано, опишу прямо сейчас. На следующей лекции мы с вами поговорим, помимо продолжения разговора о разработке, например, мы говорим про многофайловую сборку, то есть сборку из нескольких файлов, мы поговорим, почему я могу зайти на удаленный сервер без пароля, без ничего, хотя, расскажу в скобках, да, моя, да, пришло, я с почтой общаюсь намного медленнее, чем с Телеграмом, извините. Обязательно отвечу вам. Значит, особенно, ну, в общем, отвечу. Вот сегодня буду разбирать. Значит, мы поговорим о том, почему у меня произошел беспарольный вход с одной машины на другую, несмотря на то, что, честно признаюсь, мой ключ запароленный. Вот. То есть для того, чтобы нам удобно пользоваться с хашными ключиками, почему у меня гитклон работает, смотрите, вот давайте я сделаю вот так вот, чтобы окончательно вас убедить в том, что это нужно. Ну, конечно. А, гитар надо сначала сказать. Минус АМ можно сказать. Да? Обратите внимание на то, что я сделаю сейчас. Я сделаю вот так вот. Чё? Require force? Ну, хорошо. Мы из рабочей копии удалили все, что не успели добавить. Все эти наши хило, хило преп, хило такое, хило сякое. Ну, теперь можно сказать, да, теперь можно сказать git push. Обратите внимание, никаких логинов и паролей. Вот про это мы тоже поговорим. Ну, вот примерно такой план на следующую лекцию. Да, рассказывал, но ключ у меня запароленный. Я не люблю незапароленные ключи. Так что нет, есть одна хитрость, про которую не сегодня. Все, на этом, видимо, до понедельника. Напоминаю, что лекция у нас по понедельникам, теперь в 10:30. То есть сегодняшняя пятничная лекция была исключением просто вместо вчерашней. Вот. Ну, собственно, мы очень скоро встретимся, так что тайна будет недолгой. Вот. Ну и на чем, собственно, всем спасибо. Я и так уже выжил немножко лишнего времени. Почту сейчас разберу.